Кабачок нарезаю колечками толщиной примерно 5-7 мм. Сладкий перчик возьму красный и желтый и порежу тонкой соломкой. Помидор нарезаю полукольцами. Приготовим яичную заливку. Для этого мне понадобятся яйца. К яйцам добавляю зубчик чеснока, черный молотый перец, соль. Добавляю любимые приправы по вкусу. У меня это тимьян и базилик. Вообще очень хорошо подойдут прованские травы. Можно приправы вообще не добавлять, если вы их не любите. Добавляю буквально столовую ложечку муки и столовую ложечку молока. Теперь все хорошо взбиваю. Выкладываю кабачки на сковороду и обжариваю с двух сторон. Теперь выкладываем на сковородку все кабачки, которые мы пожарили. Сверху выкладываю перчик и помидорки. И теперь все заливаем яичной смесью. Закрываем крышкой минут на 10 и доведем до готовности. Пицца почти готова. Теперь добавляем сыр. Чем больше, тем вкуснее. Ребята, давайте скорее пробовать. Готовится нереально быстро, буквально несколько минут. И аромат бесподобный. Вот так. Скорее всего, в магазин за продуктами. И готовьте, ребята, это очень вкусно. У нас завтрак, обед и ужин. Бесподобно. Вкусно, полезно, просто. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы будем вас радовать вкусными, простыми рецептами. Прошу к столу и приятного вам аппетита!